Вопрос, мяч не видел? Я знаю, да, он был. Где ворот? Там, там нет. Пацаны, кто зажигалку забыл? Красный? Синий. Я синий. Давай. Денчик. Не, мордись не забыл. Сал! 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 Хорош, Ваня, хорош! Ну, парочку можешь захватить. А? Держи,
Thank you.
Давай,
Чё ногой, чё? Лера, вон Влада, два! Шора, подними Реза! Там много у Влада, три человека было, блядь. Ну,
Будь здоров. Кричу, Тёма, ходи, так бы видел мужика. Хорош. Я даже повидеть тебя могу сейчас. Вот, иди вперёд! Чё сразу искал, что это ты? Это стоит. Значит, когда тот, кто вышел на поле, который стал девятым, тот, который вышел, он получит. Вот, в общем, все проблемы. Так, Азик, чё проблема? Я ему кричу, Тёма, ходи. Ты пытаешься мне отспорить то, что, блядь, так всегда. Сначала выход на поле без разрешения. Один лишний игрок пошел. Давай, Дэн, давай! Шире. Еще.
Пошел, Дима, один! Проиграли с ним, да?
нормально. А сколько осталось? Не засекайте сами. Да, ладно. А, что? Да, посмотрим. Все? Первый! Стоять и принимать! Окей. Что говоришь? Я слушаю. Я не тоже 8 было? Ну, не, она супер. Да, он не против. Если Васин, Петров. Васин, Петров, там все легко и просто. Че, сколько? Да там 15. Там можно уже начинать. Блин, видно, что индюриум. Я боюсь. Мне сейчас нужно либо мяч, либо подарить. Нет, я не знаю. Мои вчера проебали, блядь, 2-1. Выбрали 2-1. Я просто думал, ли я классно сделал. Буревестник сыграл в ничью, а сейчас, если троллейбус выиграет, он меня догоняет. Поэтому не победу. Ой, как насоли. А? Даже троллейбус это. Если они выиграют, они меня догонят. Шиник, я 4-2. Мне кажется, никто интересно. На данную секунду. Не, на данную да. Ну, вот просто против нашей 69 не играл, там не все игры делал. Он сейчас пойдет. Все? Тяни! Вита есть, Вита есть! Первый! Да, где подсказ? Открыли сразу. Да, все правильно, если. Давай.
Пойдет, пойдет, на раз. Потому что там уже напрягает. Сережа, блядь, ну смотри, что ты ходишь. Двигайся, двигайся. На, Дим! Ты раз, ладно? Раз. За спину, за спину смотрите. Напряги, напряги глаз. Здорово. Играй, играй, играй. Напрягай, напрягай!
Убегаем! Здорово! Влад, Даши, да, да, туда! Витя, вот игрок справа, блядь! Влад, сядь! Отлично, отлично! Не палить, не палить! Все, молча, молча, молча! Дали, дали! Мечи сразу! Можно, блядь.
Сейчас не знаю, что такое.
Там угол свободен! Куда он кричал? Куда он кричал? Бля, Миша. Нет, он Витя, урывки, защитника! Парень, не расстраивайся, играем до конца! На, у тебя вон по скамейк мяч. О чем спрашиваешь? Я решил у тебя на вшиве спрашивать. У меня вопрос, так от Шлыков задымил или кто-то? Че? Вопрос, так от Шлыков задымил или кто-то прирожил? По мне только кажется, что костер какой-то. Дым слишком много. Дым какой-то. Слишком много. Поддержишь, поддержишь, поддержишь.
Ну, это же про них. Долго мы сейчас нас? Дэн, сколько им? Дэн! Да он все отвлекает. Сколько? Да что ж такое-то? Да сколько им? Кого? Да минут сколько им играет? Че? Здорово, отец. Время 52. Еще 8. А, у меня вопрос, дашь мне? Квартал собирается. Рэп, замена, рэп! Рэп, замена, рэп! Замена! Пойдем поговорим. Рэп, пол, пол! Поляк! Давайте, Коль, Димон, давай! Сидел в Бразилии, так же. Лев, лев, лев! Лев! Лев!
Охранник еще, блин, мешает. Все, нашел пропажу. Это что, мяч просто так, что ли, стал? А? Я тебе мяч просто так, что ли, в ноги оставляю? Чтобы тебя его никто не брал. А ты? Смея спрашивает мяч. Спасибо.
5 штук. Амкар, ты дома. Амкар, ты дома? Ну, мне так хочется в это верить, но я нет, не дома. Дима, я понял, кто играет дома сейчас, знаешь? А есть? Спорт, наверное. Мне кажется, Амкар будет на выезде. Спорт. Спорт дома. Потому что зрители, например, что тоже твои комплименты? Такие сильные, которые мы. Короче, на дне тут не Вот. Вот, вот.